Ребятки, всем привет, с вами Александр, Dino Hunter Deadly Shores. С нами как-то странно у нас идет, короче, этот регион. Каким-то чудесным образом эти карты открываются сами, потому что серия автомата у нас боссов новых не появилась. Хотя здесь написано, убейте Они, убейте Кроноса. Короче, как, я не знаю, я думал, нужно выполнить там серию автоматов, появится новая там серия луков и новых три босса, но нифига. Вот смотрите, серии луков начались, а боссов у нас новых так и не появилось. Так что, короче, фиг его знает что, но есть положительная новость. Я наконец-то узнал, куда можно потратить кристаллы. Вот первый раз вижу, что за кристаллы можно купить оружие. Ничего другого вроде нельзя. Но оружие можно. Короче, давайте первый раз вот купим, потратим эти кристаллы. Я даже, не гоняюсь за ними, потому что непонятно, зачем они нужны. Оружие нельзя было покупать, улучшения какие-то или еще что-то, короче. Ну, по крайней мере, сэкономил 4 миллиона, это вот сколько нужно было? Миллион, две, короче, 8 минимум. Какие 8? 23... Подождите, что 40? 40 битв нужно было провести. Ужас-то какой. Так, ладно, давайте пойдем с луком. Награда 19 кристаллов. Не пойму, зачем нам кристаллы, зачем нам... Ух ты, я там, смотрите, там... А, вода. А я думал, это буря пустынная какая-то. Ну ладно. Так. Блин, по-моему, графика стала еще лучше. Красиво. Не знаю, то ли я телефон ближе держу, но да красивее все стало. А почему опять что кристаллы уже раздают? Их не поймешь. То деньги, то золото, то кристаллы. То есть я типа, что, купил лук за кристаллы, теперь меня будут кристаллами кормить? Странно как-то. И боссов новых нет. Прямо почти в глаз попал, бедняжка. Ой, доллары, 25 долларов дали за попадение куда-то, не знаю куда. Давайте нажмем улучшить. Офигеть. А я не могу теперь что за доллары покупать? Вот это я намутил. Я сейчас просто все потрачу. Фиг его знает, ребята. Не знаю, я бы все-таки предпочел покупать, наверное, за обычные баксы. А как я могу заработать эти кристаллы? Да вот сколько в чего стрелять-то можно? О, смотрите, какой я меткий. Так, это у нас был ампелозавр. Красиво нарисованный, ёшкин кот. Красиво. Так, 20 кристаллов нам дали. Так, нет, что-то мне как-то не хочется покупать это все дело. А как мне зарабатывать кристаллы? А, вот оно как дается. 126 тысяч и кристалл. Давайте с луком на... Не, пойдем с винтовкой. Во. Винтовка мне больше всего понравилась. Винтовка как-то проще, быстрее и удобнее. Ну вот и все. Вообще, тропиогнатов этих отстреливать одно удовольствие. Так же, как и мелочь вот эту вот отстреливать тоже очень легко. Ну давайте с луком побегаем, что нам стоит дом построить. Собирал эти кристаллы.
так долго, и сейчас их все на елки-палки потрачу. О, всего лишь один нужен был? О, в шею, бедняга. 20 кристалликов. С какой смысл вводить ту же валюту, которая заменяет просто доллары, если за нее ничего особенного купить нельзя? Хе-хе, на разворот пошел. Ну все. Так, с луком что-то, ну, как-то не прикольно. Что-то он какой-то слабый. Слабенький. Так, хасмозавр. Так, в сердце. То, что первый раз я не попал, хотите сказать? Как-то странно. Не верится мне, что я промазал. Так, цератозавр. Цератозавр вообще с одного, с одной очереди складывались. Да. Ну, хоть два выстрела. Не пять. Красивая арена. Мне напоминает чем-то Турок. Там, где мы бегали, тоже были лава, было и пещеры были с лавами. Там скорпионы нас задалбывали. Так. Так, ну, два кусочка как было, так и осталось. Здесь у нас все, ребятки, уже выполнено. Так что, не знаю, прям надеюсь, я перейду в 9-й регион, и тут никакого глюка нет. Так, гелиозавр. Так, ладно. Давайте все-таки будем ближнего стрелять. Три выстрела. Ну, не так уж плохо. Гелиозаврик. Двадцать один кристалл. Блин, не знаю, это как бы посчитать бы, сколько нужно сделать... битву, чтобы заработать на одно улучшение. Потому что там нужно было 8 битв примерно, чтобы насобирать миллион. И, ну, а одно улучшение у нас было от миллиона до полтора. В голову складывается с одного выстрела. Двадцать два кристалла, ребята. Так, а ну-ка давайте на охоту. О, посмотрим рекламку. Небольшую. И нам дали три энергии, ребятки. Вот, кстати, да, нововведение. То есть дают нам не одну энергию, а три. А если через время еще, то дадут одну. А потом пройдет еще больше времени, дадут три, короче. Так что идем еще постреляем. Коль нам такая возможность дается. Один шунозавр, ну хорошо хоть один, а то троих бы я задолбался убивать. Передумал, да. Покрутись, покрутись еще на месте, и будет все в шоколаде. Блин, красивый шунозавр, такой длинный. Это какой-то прям
Маминчезавр, только шиворот на выворот. Так, три мегалозавра. Так. Ну, с одного выстрела будете складываться, дорогие. Да. Так, промазал. Промазал. Хотел просто на опережение стрельнуть. Не получилось. Ну и вот прямо в лобешник. Нет, прямо в глаз. Три кристалла. Сейчас надо зайти и улучшиться. Улучшиться. Так, у нас последний есть выстрел. Алара Титанчик. Ну да, здесь один выстрел не подходит. Надо минимум два. У нас какой-то сквозь камень проваливается. Нет, спасибо. Так, о, улучшение. Ну, не знаю, кристаллами как-то что ли легче прокачивать. Сколько нам нужно? Ну, правда, то были улучшения уже высокого уровня. Но все равно 128 нам даются по 20, это 6 боев. Ну, ну как-то даже, по-моему, попроще кристаллами. Еще, кстати, уже вода посмотреть видосик и ускорить. Ну и да, ребятки, работает. Не знаю, а если нажать еще раз. Да, но второй раз уже я видео не могу посмотреть. Нет видео. Но эта штука тоже работает. Нововведение позволяет сэкономить 20 минут. Это очень хорошо. Ну, я, в общем-то, это все покупаю. Что мне ждать? Золотые монеты я, конечно, тратить не буду. О, смотрите, могу уже видео посмотреть. И, о чудо, да, все прокачалось. Так, последнее, что мне осталось, как раз мне хватило. Ну, осталось подождать. То есть все, я полностью прокачал лук. Но у меня, правда, был, конечно, запас 2500 кристаллов. А теперь у нас его нет. Ну, давайте, раз мы уж так качнулись, и у нас появился еще один кусок энергии, пойдем еще постреляем. Я думаю, продолжение с луком у нас уже не будет в этом регионе. Двоих нужно, ёшкин ты кот. Так. Попал, попал. Промах. Да ладно. Прямо в лобешник. Так, это у нас гигантозавр, да? Фух, ребятки. Ну, в общем-то, достойное завершение нашей эпопеи. Да, но рекламы тоже полным-полно в нашей игре. Фух. Так, вот, смотрите, открылся еще один кусок. Совершите все 9 частей, блин. Убейте Они в регионе 8. То есть, не знаю, это какая-то загадка. Они прям что там распиханы по случайным местам. Они. Кто такой Они? Понятия не имею. Ну, в общем-то, остался нам только он. Так, а тем временем, что у нас здесь еще есть? Пятничное событие. Патроны, но я ими не пользуюсь. А вот это, конечно, было бы хорошо. Было бы хорошо. Так, ну а сколько событий в первом регионе, а сколько во втором? 10 в первом. И сколько во втором? И 10 во втором. Так что, ну, я пойду, ребятки, тогда постреляю за кадром. А вам
Всем пока, до скорых встреч.